Привет, я Лера, стилист и фэшн-блогер. И сегодня я буду рассказывать о костюме, а именно классический костюм, который все мы покупаем на какое-то событие, или на свадьбу, или на выпускной, или на день рождения, а потом забываем и просто его не знаем, как носить в повседневной жизни. Я вам предложу 6 разных образов с одним костюмом для разных настроений и поводов. Начнем! Вы видели 6 абсолютно разных образов, которые состояли из одного пиджака с одними брюками. На что я могу обратить внимание, это то, что, например, можно носить в повседневной жизни эти брюки, сочетая с какой-нибудь или водолазкой, или футболкой, или же заменяя вашу классическую белую рубашку под этот костюм, вы оденете джинсовую рубашку. Это будет очень необычно, стильно и
ярко. Поэтому не бойтесь покупать костюм, не бойтесь сочетать его и носить по отдельности, и экспериментируйте.